Перед началом видео стоит подписаться на канал Ренекси. На канале у него уже есть трейлер. Хоть у него и 3 подписчика, но качество монтирует видео. А также там есть много чего интересного. Обязательно подпишись. Ссылка будет в описании. WhatsApp, челики, с вами Мист. И сегодня мы поговорим о хайп-кемпе. Да-да, я знаю, это уже зашкварно, но мне можно. Хоть и хайп-кемп за счет Ларина Соболева неплохо так хайпанул, но дизлайки набрались на уровне Феромира. Почему же аудитории не понравился этот проект? Но я скажу, что среди жюри есть один часовой ноунейм в Гуччи. Янго, Марьяна Ро, Катя Клэп и Лиска. Это часовой зовут Данила Комков. Он плохо показал себя как жюри. Начал перебивать участников, доводить их до слез и многое-многое другое. И при всем этом он решал за всех, принимать ли участника или нет. А другие просто молчали. Есть только два момента, где активировались другие. В первом Лиска затыкает Комкова, а в другом Марьяна плачет с девочкой. Участникам задают очень странное задание. То спеть песню Марьяны Ро с рекламой, хотя учительница могла и не знать текст. И что тогда? Стали так делать стендапы, хотя это не открытый микрофон на ТНТ и не импровизация. Это проект для видеоблогеров. Причем тут это? Yeah, nice logic, bro. То есть они думают, что все могут шутить, и это их визитная карточка видеоблогинг. Лол, кстати, возможно, этого не заметили, но в первом выпуске Лиска дарит часы участнику, а в следующем выпуске они на ней. Возможно, там разный период времени, но если они реально за сценой стащили часы и вернули их обратно Лиске, это как-то странно. Хоть и не раз был на сцене, в детском саду. Ну, то есть, ну, понимаете, как у меня горит? Я не боялся аудитории, а тут идет напряжение для участников, ибо здесь тебя могут перебить и откритиковать и осмеять. Короче, полный дом 2. В общем, вы знаете мое мнение. Делаем вывод. Проект говнище, пока там есть Комков. А с вами был Мист. Всем пока.